Ребятушки, всем привет. Приехал в детский дом. Спасибо огромное, ребята, за помощь. Кристине Матвею, Алексею В. и Алексу Бывалому. Ну, ребятушки, вообще всем спасибо огромное. Кто помогает, кто просто смотрит, лайкает видео, комментирует. Ребят, сок купил. У нас жара. Стоит уже столько дней. Детишкам, я думаю, сок будет полезен пить сейчас. Сегодня, ребятушки, будет прямой эфир. Алексеева вчера проплатил его бомжиками. Черт, немножко расскажу. Фу, жарко вообще, капец. Здравствуйте. Здравствуйте. Детишкам. Ага. Все, до свидания. Пожалуйста. Сейчас, ребятушки, какие планы у меня? Сейчас забираю Светку, позвоню. Потом едем до Рыжего, если он там. Машину бросаю, идем пешком. До Бульдога, до Максимки. Может, Катьку заберем, Катьке напишем. Может, он что-то не пишет. Может, будет, не будет, посмотрим. И идем к трубам. Все это снимаем. И устроим прямой эфир. С Рыжиком по помойкам пройдемся. Я думаю. Ну, сейчас посмотрим, ребят. Сейчас загадаю, может... И ничего не получится. Так что, ребят, не переключайтесь. Сейчас сначала сетку заберем. Ребятушки, я немножко переигралась. Позвонил Максимке, они за заводом IT с Рыжиком. Так что, ребятушки, я сетку заберем. Всех соберем, поеду за завод IT. Я куплю сосисок, жарить ничего не будем, ребятушки. Не пишите потом шашлыки, ребят, там не, у нас нельзя. У нас пожара, блядь, опасная ситуация. У нас вообще тут капец, все горит. Потому просто сосиски поедят, попьют. Ну и просто посмотрим, как они живут. Ребятушки, я вас вместе. Поехал в Доброцен сосисок взять, покушать. Позвонил Катьке, она там пьянющая паскудница. С сестрой, говорит, с какой-то племянницей. Мы, говорит, такой контент устроим, ребятушки. Ну, будем, как говорится, посмотреть. Сейчас куплю, заберу сетку, пойду их заберу. И поедем в шалаш, бля, ребятушки. Я думаю, сегодня будет, блядь, видео трэш нахуй. Наши ребятушки, не переключайтесь. Все самое интересное впереди. Ребята, ну все, заехал, купил им. Поехал сейчас за Светкой. За деда, ребят, про деда забыл. Деда уже наказание свое исчерпал. Деда заберу. Ребятушки, у нас сегодня слет. Покажу вам байкеров. О-о-о-о, сколько, нифига себе. Я даже не знал. Ребятушки, смотри, сколько. Офигеть. Красавцы. Ах, какие стоят. Какая-то. Вот это, понимаю, обезьяна. Ну что, бомжка. Молодцы, да. Фух. Ребятушки, ну все, поехал за Светкой. Не знаю, может, Наталью возьму, не знаю. Короче, ребят, сейчас там как-то определить, потому что там их много. И, короче, сейчас все будем посмотреть. Ребятушки, Светки сказала, жди возле подъезда, она, блядь, стоит здесь на дороге, меня встречает, да, паскудница. Наташка кочуется на кочульке, нахуй. Hello, everybody, туда двигайтесь. Орлы или орленки. Сетка, ебать тебя с раком. Как дела, нах? Где дед-то, блядь, живой не хоть? Откуда знаем? Дня три назад приходил. Что, поедешь с нами, нет, бухать-то, нет? А ты что, эти краску, деньги дала, что не покрасилась-то? Ну, видишь, некогда еще. Что некогда, блядь, проебала просто деньги, да? Конечно. Ну, что, паскудница, названиваешь мне, блядь? А не звонила сегодня? Сегодня нет, блядь, потому что, блядь, денег, наверное, нет. Ну, нет, что, ты нет. Поедешь, если только деда заберу, может, ебало тебе набить, нет? Нет, ты тогда не поедешь. Тогда пиздуй домой. Светка, иди. Как я с ним буду видеться? Ну, что, блядь, может, жить будете вместе, нахуй, ага. Дружно, блядь. Где же это? Домой унеси. Угу. Сейчас пачку себе дам. Деньги Светке дать или тебе? Давай я в магазинчик подхожу тебе, да? Ты придешь потом хоть после магазина-то, нет? Что, придешь? Ключ, ключ, Света. Ключ, 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 ключ. Эх, этот ключ напротив. Да, Светка? Угу. Что, Светка? Ты ее там дадут курить-то. Да, да что ей, блядь, там дадут? Может, не дадут там курить, да? Ты знаешь, убери.
Светка, ну ты что, поехали? Поехали. Светка, поехали. Марина. Куда? В лес сейчас поедем, на. Ты смотри, чтобы она это какое? Больше не падала. А то пришла чуть не убитая. А ты хули, блядь, такие бахилы даешь она. Телефон-то не потеряла хоть? Нет. Ну давай, Наташке, тебе дай, блядь. Ну поехали. Ладно, давай. Давай, Наташке. Деду скажу, что пришел, тебе ебало набил. Ага. Старая корге, блядь. Старая проститутка, блядь. Не хочешь деду возвращаться? Ладно, я пойду в магазин схожу. Тогда я дайте себе, хули ты какая-то жадничаешь, ты, блин, молодец, правильно, нехуй, ну, ладно. От курицы старая. Ага, шлифа. Ну, ладно, все, давай, Наташка. Давай, Паша, счастливо. Давай. Подгони, садись, на коленке поедешь, нахуй. Блядь, это каждый день, нахуй. Кикимора, блядь. Сетка, блядь. Тебя рыжка в лесу ждет, нахуй. Рада? В лесу ждет тебя. Рада? Сейчас, ребяшки, за дедушкой заедем, нахуй. Заедем за дедушкой. Все-таки похер вообще, как. Герасим, нахуй. То есть ты как муму со всем согласен, нахуй. Ребяшки, блин, узнают, ребят, приятно вообще. Вообще приятно. Да, Светка? Сейчас в магазине, ребятки, Доброцен брал продукты, там девушка, ну, не на кассе, а там товар разложил. Че, говорит, поехал паскудников кормить. Я говорю, да, ребятки, ну, многие смотрят. И причем, ребятушки, не только молодые, и взрослые смотрят. Мне на работе там приходил мужчина, он меня постоянно смотрит, коляска он руки предлагал. Ну, я говорю, у Андрюхи коляска есть уже, она. Сейчас, ребятушки, дедушку я соседкой довезу до этого. Как она? Скажи, как она? Ну, до Лукойла, ребята, они там пешком пойдут, а я поеду за бульдогом, за Катькой съезжу. И сегодня Светка устроит нам стриптиз на за 100 рублей. Да, Светка? За 200? Ну, поебали, куда мы, нахуй, бесплатно устроили, да? Сука. Так что, ребятушки, не переживайте, нахуй. Кто заплатил за Светки стриптиз, нахуй, тот увидит. Все-таки там 100 рублей, себе 5 тысяч заберут. Шучу я. Че, ты Пашке написала письмо? Че, сколько ему? Дали ему срока, нет? Не было, знаешь. Не было сюда? Сука. Ой, там, ребяшки, там капец, что творится, нахуй. Наверное, зря мы туда, нахуй. Там молодежь только. Ну, ребяшки, мы только проедем, наверное. Мы не будем девушку забирать. Потому что там капец, сколько народу, нахуй. Того, глядишь, Павел Васильевич отхлобучит, нахуй. Да, Светка? Ладно, Павел Васильевич ебало на бедок Светку-то, блядь, отпиздят нахуй. Ох, и сколько нахуй. Бля, как дедушку забрать-то нахуй? А, Светка? Сейчас, ребят, что-нибудь разберемся все-таки. Заберем дедушку, блядь. Ну что, получше Павел Васильевич пиздов, ничего страшного, да? Ребятки, вообще все узнают, да. А я Светку отдам, чтобы они выебли ее, да и все, нахуй, чтобы меня не пиздили. Скажу, не бейте меня, нахуй. Светку лучше ебите. Да, Светка? Ребятушки, дедушки, поднимемся сейчас. Фу, там народу, капец. Ох, музыка играет, девушка танцует, она паскудник старый. Старый. Блядь, деду старого паскудника. Вот здесь. Дед! Здесь дед. Ушел, когда старый.
Ладно, что? Там надо ехать. Фу, блядь, пукал что-то. Ребятушки, возраст. Ребятушки, короче, не знаю, где дедушка там. Сейчас увезу Светку до Лукойловска. Она постоит там, встречу за 7 заберу. Может, где-то туда ушел тоже к Рыжему. Вообще, на Макса вдвоем. Макс у Рыжего ночевал в лесу, в шалаше. А Рыжий не знаю, ребятушки, какого хера у Светки не живет. Жил бы у Светки, а, он сказал же, Светки на всякие ходят. Да, Светка? Вот старый пердун. Подъехал, ребятушки, там человек, наверное, 10 пацанов стоит. Ну, как бы, большинство знакомых смотрит, человек говорит, снимать приехал. Дед, говорит, что-то весь черный в угле ходит. Кальян, что ли, курит, где я говорю, хер его знает. Поздоровался, даже там это был, который, помните, ребятушки, кинулся на меня. Сейчас вроде нормально все с ним. Так что, друзья мои, этот, блядь, дом опасен. Ну, что делать? Вот за это деньги получают, да, Светка? Наша служба и опасна, и трудна. Да, Светка? Светка, блядь. На Светку уже не отвлекается, она не Светка, ребятушки, она муму. Да? Нет? Ну что ты хоть, блядь? Алексу бывал, он-то привет передай хоть, блядь. По-братски. То погромче, блядь. Вот, камера здесь, блядь, хули. Давай. Алекс мало, привет, ребят. Ну, блядь. Катька с Австралии, блядь. Все хорошо у меня, нахуй. Катя, у меня все хорошо. Да. Я сегодня, когда мне фотку скидывали, ты с каким-то мужичком, с немцем, что ли, гуляла? Да? Когда? Я откуда знаю? Ну, на неделе? Дня два назад, наверное, тебя видели. Да? Все-таки, блядь, ребятушки, не может, но все-таки пизда чешется, нахуй, да, Светка? Нет, не чесал ты еще? А? Не спишь? Ну ты, блядь, со всеми, блядь, не спишь, нахуй. Со всеми, блядь, не спишь, а, блядь, только все уже беременны, наверное, особо спать, нет? Нет? Сука. Ребятушки, видите, блядь, везде узнают. Ребятушки узнают по Васильевичу, блядь. Да, все? Сука, блядь, пизда. Сейчас, ребятушки, доедем до шалаша, посмотрим там, что. А нет, вообще не шалаша, поставлю ее на заправке, пускай она постоит. Сам съезжу за бульдогом, за Катькой, там со всеми. Поняла? Потому что там народу много. Пошли, мои друзья. Здесь Кусин поехал за Катюхой. Там, за бульдогом. И поедем, блядь. Ну, дедушка, я не знаю, не дедушка, что я заехал. Так, если честно, ребят, мне его жалко, блядь. Я его две недели наказал его. Ну, не две, а неделю, получается. А тут я не ездил. Если честно, конечно, жалко его. Ну, хотя старый тоже, блядь, нажрется. Берега путают. Но видео уже посмотрели там на стриме, где он меня нахер посылал. Ну все, ребят, едем еще Катьку заберем. Друзья мои, здесь я даже сидеть напротив верного. Так, лесная один, блядь. Здесь надо. Верный. А, вон, наверное, трус. Уже написывать надо. Санчики стоят молодые. Бля, я подъехал к верному, вы где? Блядь, Нинка Буль-Буль, блядь, только за Ниной доступна, сейчас опять доступна появилась, блядь. Ёб твою мать, где она? Паша, я же сказала, мы напротив верного во дворе прямо. А, ёб твою мать. Ой, блядь, бегает, сука. Откуда? Где они напротив верного во дворе, блядь?
Сашки, бляха. Надо оператора, ребятушки, кого-то с собой брать, блядь. Это место. А вон она. Мы не будем верно во дворе, блядь. Нихуя, Катюха. Большие титьки нахуй. Пиво крепкое, хули, блядь. Вон у меня, блядь, девки там блюют уже, блядь, заебались тебя ждать, нахуй. Они что, тоже поедут или что? Хотели, ну я, блядь, скажи, вырезать ничего не буду, если у них проблемы будут, блядь. Ну, а, они, да похуй, блядь. Похуй? Если появимся. Ох. У меня уже племянница блюет, нахуй. Ёпсы, да. Так а что вы там, конину жечь? Она коньяк, да, въебала. Ну скажи, поедет, не поедет, или мы поехали, скажи. Че, Лизка, поехали? Собираюсь сеть? Да. Он снимает. Тогда все. Ну, ты же сказала, ну все, все, тогда давайте. Не, стой. Так не, что с них, нахера я потом буду вырезать? Да подожди, стой. Она сейчас проблюется. Да не, все, что, нахера это надо? Да я потом что буду вырезать, что ли? Нахуя Катьке мне надо? Да, ребятушки? Ну напишите, что я потом буду с ними, блядь, вырезать. Мне эти проблемы не нужны. Как я тут-то? Проси, сестра Лиза. Едете, нет, Настя! Да нахуй, нихуя не поеду. Настя, едете, нет? Все, вы не поедете? Я снимать буду, потом вырезать вас не буду. Да что вы, что-то делать, а? Против просто? Лицо нет. Не понял? Лицо. Не, как, я все буду снимать, я не буду вырезать. Да что ты пьешь, просто сидишь и все, блядь. Нет, я сказал, я вырезать не буду, я сразу же говорю. Попила, ну. И все, что ты, блядь. Похуй! Смотрите, блядь, вас много увидят, нахуй. Ничего увидят. Не, я просто говорю, чтобы вы знали. Я тебя тоже афишировать буду, нахуй. Давайте. Не, я просто говорю, сразу вырезать ничего не буду. А я тебя тоже. Слышите, да? А? Вырезать ничего Лизка, не буду. Иди с той стороны. Да все, все зарезут, нахуй. Все. Да там пакет просто. Вот так вот, нахуй. Они меня хули терроризируют. Как? Они меня писят, нахуй, телевизируют. Пиздят. Пошла, сейчас, ребят. А у тебя есть здесь зарядка машины? Нет. Сейчас на рыбу тебя уебем, натура пиздячина. Пошла ты в жопу, блин. Она, говорит, пиздячиной пахнет. Я там... Сейчас, ребят. Я там кусты села с 5-го этажа, орёт. Я вижу, я говорю, что, иди дрочи, хули. Сейчас обкончишься, он такой, сука. У меня не стоит. Он пошел дрочить. А сам ушел и до сих пор нету на балконе, блядь. Да он до сих пор дрочит. Он там умер, наверное. Задрочился, нахуй. Сейчас, ребята, бульдога заберем и все, едем на поляну, нахуй. Черный, ты? Ты кто сидишь, блядь? Непонятно, нахуй. Хули на кто это, блядь? Сейчас тебя сюда засидит. Стреляем, блядь. Гагарин, ты что ли? А что, не долетался нахуй, короче, блядь? Гагарин долетался. Да пиздец. А что, где бульдог-то? Да, блядь, хуй его знает, блядь. Иди посыпь. Ебанутый, блядь. Где он на Гагарина как раз посышь нахуй? У него на газа живет, хуй, блядь. Да, блядь, выкинь ты этот мячик взад, блядь. Гагарин. Кинь его туда. Дай-ка, блядь, Гагарин, нахуй, блядь, тебе. Пузырек ты нахуй. Ах! Сейчас ее ногу сломал вторую надо. Гагарин, прикрой девушку, она пока посыпь костылем хоть. А где бульдог-то, блядь? Его знает, блядь. Я сейчас видел хохла, блядь, с Ванькой. Они прошли, я говорю, так сейчас Пашка, наверное, должен приехать. А ты скажи, что мы подойдем сейчас. И что? Ты сказал хоть нет? Я им сказал. А сколько это было назад-то? Да вот, 5 минут 10 от силы. Они 5, пошли, видать. 5-10, нахуй, 15-20. Да нет. Ну-ка, позвони им сейчас день. Так что, с костыля, что ли? Сейчас, ребятушки, позвоним бульдогу, нахуй. Так что, ребятушки, пока наслаждайтесь, блядь, девчонки, нахуй. О, я думал, опять сейчас жениху, Пашка, дай номер, блядь. Телефон не говорит его в камеру никому, блядь. Потом начнут, блядь. Катьке все номер просит, блядь, что-то номеров, нахуй. Бульдог, блядь, со всех звонит, нахуй. Ни в коем. Блядь, бульдог, блядь, возле школы, вот забирай, так хуй поймешь, сейчас, ребятушка. Ну, нахуй она нужна, блядь. Данька идет, кисина, блядь, ребятушки, тебе пузырек ей дадим, нахуй. А это-то где ваша, это? Кто? Как ее зовут? Кассетка, что ли? Танька-то? Да нет, Танюшка! Танюшка! Привет, блядь! Чё, куда пошла, блядь? Дай пузырёк ей, блядь. Я думала, вас встречу. Да не думала, блядь, не думай о нас, блядь. Думай о себе, нахуй. А где, бульдога не видела? На, держись. Работали на, держи. С 1 числа.
А ты что, не живешь уже? Что? Нет, он меня избил. Да? А что, без синяков, что ли, бил ладошки? Вот так. Ну все, Танюшка, давай, там, поедем. Все, ребятушки, едем. Будь долги возле Райта, возле школы, возле универмага. Где-то найдем сейчас его. Сейчас хоть наших половину бичей в городе увидите. Да. Опять что? Опять что? Ребятушки, блядь. Это хуя везде, блядь. Все, ребят, сейчас едем. Не, он только особенных снимает, хуй. О, блядь, конечно. Не, ребятушки, правильно особенно, как я говорю, видите? Все, дам. Ребятушки, ну все, сейчас они девчонки подождут меня. А, не матерись только. Я снимаю. Все, Светка, будь, я сейчас подъеду. Катька, Светка, не бежите нам. Да чё мы её бежать? Блядь, мужики будут постанавливаться, не думайте, блядь, сниматься нахуй. Все. Все, ребятушки, поехал, там бульдог с Тинкой. С черным сейчас заберу. Сейчас я приеду. Сейчас приеду, говорю, блядь. А вдруг другие подъедут? Я вам, блядь, дам другие нахуй, я вам уже деньги заплатил, блядь. Ребятушки, ну все, сейчас поеду бульдога с черным заберу, блядь. Где-то возле универмага они, бляха-муха. О, ребятушки, сегодня будет стрим, блядь. Думаю, блядь, веселые нахуй. Не стрим, а съемки. Ой, блядь, сейчас вот такой бульдог еще найти. Я говорю, где бульдог? Возле 30-й школы. Я говорю, где конкретно? Возле Райта. Райт и 30-й школы, ребятушки, это разные места, блядь. Потом, говорит, блядь, возле универмага. Сейчас найдем. Быстренько. Ну, блядь, я вам нахуй устроил сейчас, блядь, скамейку устроили. Ребятушки, скамеечка. Все, поехал. Блядь, ребятушки. Ой. Ребятушки, орлы стоят нахуй мои, блядь. Еб, стоят нахуй. Эх, все. Все, садись в машину. Залазь, все, Нинка, блядь. Давай машину, бегом. Черный, машину, блядь. Бегом все по одному, блядь. Если что, мы геологи, нахуй. Нинка, блядь, с такими этими сережками. Еб, стоят, блядь. Вы что, троем опять живете, что ли, паскудники? Его сегодня долбануло хорошо. Опять что ли? Да. Откачало. Все, ребятушки, откачали. Ну все, ребятушки, орлов забрал, едем сейчас. Ребятушки, денежку дал им. Едем сейчас на поляну. Там, где зайцы нахуй. Косят траву. Зайцами бегать нахуй. Да, там, где зайцы косят траву. Да, черный? Морковки купим сейчас. Сейчас морковки купим нахуй. Морковкой нахуй. Черный будет грызть вот нахуй. Поляне. И скакать нахуй. Да, он поддастся. Ну все, друзья мои, сейчас подъедем. Ребята, ребятушки, пистолет Динка, оказывается, сказал, что вернула, да, Динка? Да. Вернула пистолет Наташка. Динки, блядь. Ребятушки, сразу же дверь прикроем, потому что все мы не уйдем, пойдем пешком. Да, Динка? Да. Ребятушки, Динка все знает, нахуй. Да, Динка? Она все у нас. Она, зараза такая, нахуй укусила Костю, Костя хуя пух, как черт. Потом опять пришла к нему и стали жить. И кричит ему, что она беременна. Как она могла быть беременна за неделю? Если ты беременная, да? За неделю беременная стала. Сука, блядь. Нинка, а ты откуда знаешь, что она его за хуй укусила? Так он сам сказал всем. И черному говорил всем. Черный, ты посмотрел хоть? Нет, пиздит, поди. Че, смотри-то, он напугал, он даже ходить не мог. Да он, наверное, пиздит, нахуй, черный, ты посмотри, посмотри, пух, нет он, блядь. Говорит, она делала минет и взяла и укусила его за хуй. Рэмбо, покажи черному письку, чтобы он правду, неправду укусил. А то, может, пиздит, блядь. Да ну его нахуй. Черного? Долбоеба. А кто долбоеб-то, черный или Рэмбо? Рэмбо. Сексуальный домогатель. Ко всем лезет. А что, к черному тоже что ли? Ко всем бабам лезет. Всех баб надо. Все обидели. Ну хоть. А запомни. Бля, сколько похотите рождения. 10 мая у тебя будет. Да, я все нормально. Я помню, я вижу, ты прям по праздничному одет нахуй. Правильно, как все родину. Все вытирал. Нинка, блядь, сама-то, блядь, не сексуальный маньяк, блядь. Сама, блядь, молодец, мужиков, да. Блядь, с двумя мужиками живешь, блядь. Дай-то сколько мужиков, блядь. А? Какие? Зато мои. Ах, блядь. Сейчас, смотри, сейчас девчонки, там, может, бульдога заберут себе, нахуй. Ага, хуй. Сейчас увидишь, там, девчонок, 4 штуки, нахуй. Ну, с черного заберут. Меня не отдадут. Ты что, черный не отдаст тебя, нахуй? Сука, черный какой, блядь, никому, сам не ям, я бульдогу никому не дам, да, черный? А? Сука. Ладно, ребятушки, подъезжаем, сейчас машину где-нибудь бросим и пойдем все пешком, нахуй. Черного под мышку, нахуй, бульдога на шишку. Черный, блядь, счастливый, блядь, что его хоть не на шишку, блядь. Ладно, черный, не грусти, блядь.
то член не будет расти, на. Куда их дальше? Куда уж дальше, блядь. Блядь, жопу вытирать хоть, блядь. Ну, да. Или зубы чистить, блядь, что ты? Ах, ребят, девчонки, вон сидят. Ах, сидят, девчонки сидят. Да? Потому что на бульдога 10 девчат, на. Ника сегодня, блядь, будет с Катькой опять, блядь, соперничать, нахуй. Да, Ника? Из-за бульдога, из-за черного. Она нормально, как-то. Она же меня подстрекала, нахуй. Нет, ты смотри, бульдог тоже, чтобы тебя, Катька сегодня на лицо тебя не съела, блядь. Тихо, нет, нет. Ах, ребятушки, орлы-то, орлы сидят, нахуй. Сейчас, ребятушки, ей машину здесь бросим в теньке, нахуй. А тут ключей до хера, ну, хуй. Ключей, говорят, много. Говорят? Угу. Говорят, в Москве кур дают, нахуй. Катька, жопу спрячь, блядь. А, блядь, Катька, блядь. Жопу спрячь, Катьку, блядь. А ты, блядь, уже пропустил. Пропустил, нахуй. Уходи по одному такой, блядь. А я прямо на дорогу села и ссала, нахуй. Здравствуйте. Здравствуйте, нахуй. А? Это Бульбуль, а ты? Добрый вечер. Как же, блядь, я прямо села на дорогу, поссала. Да не видите, нахуй. Что, прямо на дорогу поссала? Лёха, ты ебанутый? Ты чё, у него он лучше, видишь, нахуй? Вообще-то Лёха, блядь, утра был. Нахуй. Они Лёха меня обижают, едут, блядь. Ты хочешь, Лёха? Машут, пикают. Какой Лёха? Это Вова. Вова, да, я знаю. А так на Лёху похож? Не-не-не, Вова. У него дочка есть еще маленькая такая. Да? Да. У тебя дочки уже, у меня внук родился. Да ты чё, блядь? Лёха, ты чё, ебанулся, Лёха? Да ты чё? Так, девчонки, садись, сейчас будем как-то. Давайте бульдог всё, залазим будем. Чё, куда? Да вот, вот тут рядом шалаш-то, знаешь, что? Я не знаю, вы пиздуйте пешком, а мы будем нахуй. Ну, блядь, залазь по одному нахуй. Я даю машину, а мужики... Да, Нинка, не садись в машину тоже. Нинка! Нинка! Черный! Дайте сигаретку, а? Выеби сетку. Дай, Катя, сигаретку. Настя. Залазь. Настя, залазь тоже. Сетка, залазь, залазь. Рифленными чипсами. Ой. Настя, ты можешь с той стороны залазить. Блядь. Черный! Давайте я... Если что, ты за старшего, понял? Заползай. Да. Да садись за руль, хуй тебе можно, блядь. Тебе все за руль сегодня можно, на. Счастливее. Сетка, блядь. Ну ты че, блядь? Она не открывается. Ну закрыл буду сколько, не вижу. Блядь, так вы идите быстрее, ептать. Вы идите быстрее, Нинка. Давай галопом. Присоединись. Присоединись. Да, ты же, блядь, че? Сзади в одежде. Ну тут говорят, у собаки писи красная только, блядь. Ребятушки, ну все, едем. Да ну нахуй, ха, она красная бывает, синяя тоже. Вот так. Сзади попу, я впереди одежду. Да, пристегнись. Смотря какая писи у собаки. Нихуя себе. У меня. Я не матерюсь.